Готовность на 75%. По улице Дзержинского скоро пойдут пешеходы, поедут велосипедисты и автомобилисты. Работы по благоустройству второго участка пешеходной зоны выходят на финишную прямую. Все подробности у Евгении Цветковой. Работы на улице Дзержинского идут беспрерывно, 7 дней в неделю. Даже затяжной дождь строителям не помеха. У каждой бригады своя локация. На одной стороне пешеходной дорожки рабочие укладывают брусчатку и бордюрный камень, на другой готовят песчано-гравийную подушку под парковочные места, примерно на 60 машин. По правой стороне улицы Дзержинского будет пешеходная и велодорожка. То есть это 4 метра по 2 метра делится. По левой стороне улицы Дзержинского только тротуарная дорожка и парковка. Проложили освещение, видеонаблюдение. Масштабные работы по благоустройству уже на финишной прямой. Объект готов на 75%. Сейчас завершается уширение теплокамеры на теплотрассе. Старую воздушную демонтировали. Вырыли котлован, срезали опоры и убрали трубы под землю. Полностью заменили все коммуникации. Кроме того, вдоль всей улицы Дзержинского проложили новую ливневую канализацию, установили дождеприемные колодцы и решетки. Правда, в ходе монтажа возник ряд дополнительных работ. По многочисленным просьбам жильцам дома номер 9, по согласованию с администрацией, делаем врезку в нашу ливневую канализацию. Там отвод у них собирается во дворе очень большое количество воды. В связи с этим место, где будет проходить труба, пришлось разбирать. Все земельные работы завершатся на этой неделе, но проезд по Дзержинке пока не откроют. На участке все еще работает спецтехника. Полностью объект будет готов в середине октября. Здесь пройдет второй участок пешеходной зоны протяженностью 350 метров. С озеленением, современным освещением и зонами отдыха. При этом схема проезда автотранспорта останется прежней. Евгения Цветкова, Иван Першин, Юлия Левицкая. Новости дня.